Итак, наш скромный завтрак. У Сережи яйца, кстати, это индюшачьи с... Откуда она? Тети, да? Всем доброе утро, кстати. У меня бутерброды и чай. У Сережи тоже там чай. А у Семки обед. И очень плотненький. Я ему наложила очень много макарон, потому что половину он сейчас раскидает. Фрикадельки, здесь огурчики и два кусочка сыра. Его так плотненько кормлю, потому что мы скоро будем выходить из дома, поедем в торговый центр, по магазинам, а у Сёмы должен будет начаться сон, и поэтому он там пока проспит, потом проснется, будет голодный. Я, конечно, возьму с собой еду, но лучше, чтобы ребенок не голодал, а то у нас будет невероятная истерика. Ладно, будем садиться кушать. Всем приятного аппетита. Ребятушки, мы вышли на улицу, наконец-то, всей семьей. Блин, на улице такой ветер, я не знаю, как закрыть микрофон. Короче, поехали мы в Сити Молл. Сначала в детский мир, но вот когда этот ребеночек уснет, по всем другим магазинам. Возможно, что он даже в автобусе отрубится. У нас сегодня так хорошо на улице, такой ветерочек прекрасный. Дома просто духотища, мы думали, сейчас выйдем и все тут жаримся. Но нет, с ветерком даже на солнышке очень приятно ходить. И хотелось бы куда-нибудь съездить, искупаться. Но я представляю, сколько там сейчас народу, и сразу все желание отбивается. У нас спит Сёмка, мы уже сходили в магазин, купили подарочек. И сейчас мы зашли в бургер, сделали заказ. Мне пришлось заказывать через телефон, потому что обычно мы через киоски самообслуживания заказываем. Но там откуда-то перед нами прям возникла куча детей. Не знаю, там день рождения или не с экскурсией. Короче, там они по одному заказывают, стоят рядом мамочки, им помогают, но они заняли все терминалы. Я такая, окей, подойду к кассе, захожу через кассу. Я никогда не заказывала через кассу. И мне тут говорят, а мы не обслуживаем через кассу, только через киоски. Я говорю, а мне что, стоять, будем ждать? Там очередь на полчаса. Вот в итоге заказала с телефона, сейчас сидим, ждем. А Сережа, вон, в Black Star Burger заказал себе. Мы туда когда-то ходили, когда еще мы, наверное, не женаты даже были. Да, один раз мы там были, когда он только открылся. И вот Сереж тогда понравилось, сейчас не знаю, попробует. Бургер себе там какой-то один заказал, и водичку, и вышло на 600 рублей. А у меня... Ой, мне тут пришел комментарий прямо сейчас. У тебя уже зависимость. Я думаю, стоит заплатить столько. О, вот Сережа принес. Короче, опять это не сын, который я сейчас заблокирую. Ладно, приятного нам и вам аппетита, если вы тоже кушаете. Итак, ребятушки, мы дома. Покажу покупочки наши. Подарок показывать, естественно, не буду, потому что человек может посмотреть. Первое, самое главное, это трусики мы купили. В детском мире еще взяла Сёме пустышку, такая, которая у него сейчас есть. Наша решила обновить, потому что он ее как-то или укусил, или что. И она вот так вот смялась прям и больше не разделывается. Короче, это, скорее всего, Сёмкина последняя пустышка. Я где-то, ну, в полтора, наверное, буду его отучать. Не знаю, посмотрим. Думаю, что он без проблем отучится за пару дней, потому что он ее использует только когда спит. Куда потащил? Все покупочки растащил и обновила, короче, все, что знаешь. Что еще в детском мире? Это творожки. Сёма тут все растаскивает. А пасту. Я вот пользуюсь Рокс. И я только сейчас, когда увидела пасту, вспомнила, что я хотела еще одну обновить. Ну, видимо, в следующий раз. Наши фрикадельки тоже пока покупаю. Конечно, выгоднее делать самой, лучше и там натуральное. Но мне так реально проще. И у нас нет ни мясорубки, ни блендера, ничего. Но пока мы это ничего не планируем покупать, потому что мне особо неохота их готовить в этих заготовках. Так что пока справляемся так. Влажные салфеточки. Всем что все разнес? Надо же что показать. Дальше мы купили Сереже гель для душа. Еще в спортмастере взяли Сереже вот такие вот, что это, стельки, полустельки. Короче, под пятку подкладывать силиконовая подушечка. Решили попробовать, там еще и со скидкой было, короче, очень выгодно. В Ашан зашли, там по мелочи купили гель для бритья Сереже. Я себе нашла какую-то вот такую, типа, что это... бальзам, сыворотка, вот бальзам для волос,
от чистой линии. Я все еще нахожусь в поисках, я уже пробовала разные. Короче, хочу бальзам использовать для волос. Мне понравилось его действие. Плюс у меня сейчас волосы летом, они все-таки какие-то сухие стали. А вот решила такое попробовать. Я и разные пробовала, там за 400 рублей, и вот этот 150 или 160 он стоит, короче. И вот этот решила попробовать. Семка, ты что наделала? Блин, все в банане. Взяли еще Семе мое солнышко. Это защита от солнышка. У нас наша уже заканчивается, потому что очень часто Семку мажут. Ой. И еще что у нас тут? Оп, оп, оп. Все, потащил туда. Ой. Ой, я здесь. Еще взяла Сереже крем. Уже 45, он плотный. Взяла такой, потому что Семке не хочется плотно использовать, а Сережа, он поедет на рыбалку, как всегда, весь сгорит, приедет красный. Сема, не жуй, пожалуйста, через упаковку. Через упаковку он жует. А Сережины хлебцы. Сема их сейчас погрызет, как в прошлый раз, да? Вот, и хочу Сереже заставить его намазаться им, потому что в прошлый раз, прошлым летом еще, когда Семка маленький был, он ездил на рыбалку, и он просто сгорел. У него там температура под 39 была. Надеюсь, в этот раз не сгорит. Ну, хотя бы не так сильно. И взяла еще вот такую вот кашу, хлопья овсяные. Хочу попробовать обычную, не детскую, это для Семки. Не знаю, зайдет она ему или нет, но она тоже быстро готовится. Тут варить буквально пару минуточек. Семочка, да, это папик. Давай ты вот сюда вот сядешь и посмотришь. А, это тебе соса новая. Сейчас мы ее промоем, прокипятим. И продукты... А, в Ашане еще взяла себе... так, подождите. Это бальзам? Я думала, это шампунь. Ладно. Короче, буду, видимо, тестировать два. Сейчас неделю этим попользуюсь, неделю этим. И посмотрим, что из этого получится. Ой, мать у вас, конечно. И в магните мы взяли по мелочи тоже. Ой, ой, помидорки рассыпались, Семка. Помидорочки. Рис. Макарошки. Пришлось взять картошку, потому что я обнаружила, что у нас дома ее нет. Огурчики Семка показывает. И гречку. Все, на этом наши покупочки все. Мы пойдем все раскладывать и варить, кушать. Ребятки, что-то удивительное и необычное. Время почти 7. Мы вышли на улицу прогуляться, сходить за шаурмой. Как вы видели, я занималась домашними делами, готовила кушать, мыла там овощи, сделала салатик. И сейчас мы идем сдавать вторсырье. Но у нас Семка что-то капризный сегодня весь день. И он, получается, мы приехали домой, он лег еще на второй сон.
И как бы я не знаю, мы сегодня в 10, наверное, уже в 11 ляжем. Но вот так вот получилось, и мы решили выйти. Сейчас уже хорошо, тенечек, солнышко мало и не душно, когда ветер вообще классный. Вот идем всей семьей, гуляем, наслаждаемся. А то Сереж сейчас скоро опять почти на неделю уйдет работать.